Так, ну вот и дождичек вроде бы потише. Мартыновка. Везде в шахматы будут. Имеешь? Да, я надеюсь. И даже здесь будут шахматы. И на Марсе будут яблони цвести. Так, следующий у нас Рымовка. Даже речку проехали. Мартыновка закончилась. Невелика столица. Сергей Анатольевич, а вот как зимой? Вот так вот. Ну хорошо, сейчас мы летом едем. Еще вроде более-менее. А вот как зимой тут? Да, зимой. Если не будут еще снежок убирать, то будет сложновато пробираться. Но придется. Придется. Купим лыжи. Снегоход.